This McDonald's right here is very unique and very special because it is the northernmost McDonald's in the world. And they even have this sign saying this. And I was walking around and decided to ask people if they... Hold on, I forgot. This is where Murmansk is on the map. It was 50 degrees by the time and I decided to ask people if it's cold right now. Let's see. Как вам сейчас погода? Хорошая? Шикарная погода. На улице... Сколько на улице? Плюс 11 градусов. Плюс 11? Да. Нормально, в принципе, тепло. Правда, передавали, что будет дождик. А что, вам дождик нужен? Как тебе сейчас погода? Дышать нечем на улице, нормально. Погода прекрасная. Самое время носить черную кожу. Да вы знаете, я в это время вообще уезжаю на все лето всегда, поэтому я не могу. Куда, на юг? Как вам погода вот сейчас? Вот сегодня очень хорошая погода. Вчера прям был... А что, сколько так... там было плюсов вчера? Плюс 3? Ну, или... примерно, да. Плюс дождик еще периодически в Хэлмайке капал. Какая должна быть погода, чтобы вам стало холодно? Каким должен быть минус? Смотри, как одеваешься. Да, как говорится, северянин это тот, кто тепло одевается. По погоде. Ну, минус 10, минус 15. То же самое. А до этого нормально? В принципе, да. Холодно. Да. Минус 27, где-то примерно. Минус 27? Да, я моржу. Да. А до этого еще тепло, да, получается? Еще тепло. 20 градусов, это вообще норма, еще минус. Ну, где-то минус 30. Ну, это примерно. А если минус 20, это еще не холодно, да? Не, это классика, типа, блин. Да. Ну, минус 30, это так, можно просто курточку потеплее одеть. Ага, ладно. Минус 15, наверное. А выше минус 15 не холодно? Нет. Могу в футболке ходить. Ну, минус 10 уже можно так курточку накинуть. Выше минус 15, это легкий мороз. Это если не голышом идти в принципе, то не замерзнешь. А если голышом идти, то при какой температуре замерзнет? Если голышом идти, то при ноле становится холодно. Минус какой должен быть? Минус 2. Минус 2 и уже холодно? Да, уже не так. Да, ну ладно, ну все тогда. Да, все, доброго.